Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать «Сквозь баб» совместно с Джарахом. Трек называется «Запрещенка». Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе и Ютубе, что Максим написал... Было бы неплохо. Максим не смог написать книгу, но книгу написала я, которую выложила на Литрес. И хотела бы, чтобы поклонники «Сквозь бабы» Джарахова и тот, кто слушает эту самую запрещенку, зашли на Литрес, скачали мою книгу и почитали ее, или хотя бы помогли мне ее распространить. У Максима есть канал, который есть на Рутубе, Ютубе и Дзене, поэтому туда вы тоже можете зайти. Итак, погнали. И мне счет, а мне запрещен. Сто дерьма во мне, но я не толщок. Мой дурак и шок, за спиной трущоб. У меня есть чоп, хоть я не из чоп. Бабки и мне счет, а мне запрещен. Сто дерьма во мне, но я не толщок. Мой дурак и шок, за спиной трущоб. У меня есть чоп, хоть я не из чоп. Свистит моя фляга, мы убили плага. Я не одеяло, но под меня лягут. А мы из Москвы и жуем тут деньги жопой. А на ноги шома чистят дула, будто шомпол. Я шомпол, машинки, кошелки, пошел ты. Мой поршень на ощупь, как банка тушенки. В 12 я мечтал о тюнингованном скайлайне, что подъехать колесо, чтоб все уевали. В 15 я мечтал, чтобы считать эти гуалы. Сейчас мне 26, и я все еще отстал. Бля, твоя баба такая. Да это надолго. Надо же, мои маны толкают дерьма. Но мои маны, бля, это не анус, ники миражили калименок. Мне засылают бабосы за квартал. Да я прощаю всем мигасам долг, всем моим мигасам мастер парту. Мои джинсы низко, бля, но я не обосрался. Зачитал великолепно, но я не старался. Она спит с парнями, но она не пидораска. Рано или поздно заберу ее. Аляска, двигаюсь по городу в колесах. Я коляска, вставил я, она сошла с ума. А я васка, плотно облегаю ее грудь. Водолазка, мой рэп самый черный. Я стираю его с лаской. Да. И мне счет, а мне запрещен. Сток дерьма во мне, но я не толщок. Мой дурак и шок, за спиной трущоб. У меня есть чоп, хоть я не из чоп. Бабки и мне счет, а мне запрещен. Сток дерьма во мне, но я не толщок. Мой дурак и шок, за спиной трущоб. У меня есть чоп, хоть я не из чоп. На данный момент в нашей необъятной стране есть только два артиста, которые ебут в плане панчлайнов. Это «Сквозь баб» и «Джарахов». Больше нет никого вообще. Ужас какой. Друзья мои, какой ужас, какой ужас. Но я знаете, что хочу сказать? Я в этот момент наблюдал за Джараховым, потому что, я-то знаю, что Джарахов, он там пытается. Иногда у него, кстати, хорошие песенки выходят, да? Он попробовал такой стиль. До этого, не знаю, пробовал он такой стиль или нет. Мне кажется, у него неплохо получилось, если бы только... мата поменьше и той пошлости, которую он туда напихал. Но я понимаю, что этот стиль без этой пошлости никак. Но в свете того, что я понимаю все, но принять не могу, поэтому трояк из пяти самое оно для Джарахова. Может быть, я бы и двойку поставила, но так как Джарахов справился, так и быть тройку ему точно вместе сквозь бабу. Всем пока!